Какова цель этого видео, точнее, почему я решил его снять? В общем, довольно-таки часто, например, либо в объявлениях на Авито, либо где-то на фотках, либо у знакомых, я вижу такую ситуацию, когда широкоформатный плазменный или жидкокристаллический телевизор, часть каналов на нашем ТВ до сих пор вещают 4 на 3, часть 16 на 9. И те, кто смотрит 4 на 3 каналы, у них, так сказать, изображение во весь экран, но приплюснутое. То есть, как это выглядит? Выглядит это вот так. Вот, например, возьмем Муз-ТВ. Эти сверхразумы у нас до сих пор не перешли на 16 на 9. И что мы имеем? У многих стоит вот такой вот режим. То есть, когда логотип не обрезается, когда во весь экран. И, как видите, не обращайте внимания на полоски, суть не в этом. Мы видим, что все приплюснутое. Мало того, что все приплюснутое, у нас черные пустые поля. Причем, заметьте, сейчас не 16 на 9 клип, а что-то еще более узкое. А в норме было бы вот так вот. То есть, вот такая вот примерно зона сверху и снизу будет пустая. Но если мы возьмем, например, вот РУ-ТВ, они у нас перешли 16 на 9, и он у нас показывает правильно, в правильных пропорциях. Либо многие просто не знают, как это настроить, либо им пофиг, но все-таки, например, для владельцев плазменных панелей это проблема, потому что вот эта область, например, используется чаще, она будет выгорать все-таки. Плазма – это плазма, и выгорать она будет с годами. И вот эти вот места, например, будут все-таки ярче, это будет темнее, и как-то лучше уж пусть, если выгорает, то равномерно. А если хотите, чтобы не выгорало, просто яркость убавьте. В общем, это, так сказать, подождите. В общем, некоторые каналы 4 на 3, некоторые перешли в 16 на 9, и вот так они показывают. Но я вас тут чуть-чуть обманул. Вот этот канал, точнее как, ой, блин, короче, я опять запутался. В общем, некоторые перешли в 16 на 9 таким образом, что... Сейчас я вам покажу на другом уже примере. Я поставил, в общем, режим 4 на 3. Допустим, представьте, что это кинескопный телевизор 4 на 3 формата. И смотрите, значит, некоторые каналы перешли в 16 на 9 вот таким вот образом. Они просто оставили вот тут вот пустые места и показывают, в принципе, так, что это можно и на кинескопных смотреть, и так. А другие, сейчас я, например, включу вот это. А вот многие... Так, здесь надо тоже переключить. Некоторые просто растянули картинку на весь растер. И, например, если вы смотрите на 4 на 3 кинескопе или на старом ЖК, у вас все растянутое. Но у нас 16 на 9, надо что-то делать. Надо выбрать такую оптимальную настройку, чтобы и то работало. И чтобы не приходилось на каждом канале тыкать одну кнопку. На Самсунгах это кнопка P-Size. Эта кнопка отвечает за вот такую функцию, как размер картинки. У нас есть 4 на 3, широкий авто, 16 на 9, слабое увеличение, полное увеличение с 16 на 9 до 4 на 3. То есть оно как работает. Секунду. Вот у нас уже 4 на 3 канал, показывает в правильных пропорциях. Все лица, все вот эти вот хрень, короче, уже не приплюснутая, не растянутая, а нормальная. Видите, все нормально, но единственный минус, это, нет, даже два минуса, это вот эти черные поля за гранью, как бы, экрана, часть логотипа туда же. Если будут, например, показывать какие-то более старые клипы, которые сняты в 4 на 3, у вас просто вверх и низ не будут показываться. Но знаете, по-моему, лучше будет смотреть так, чем вот
Так. И, в общем, в чем суть видео? Суть видео хочу показать самую оптимальную настройку на телевизорах Samsung. Абсолютно на всех 16 на 9 телевизорах. LCD, LED, PDP, то есть плазма дисплей панель, вот этот вот полуживой. Значит, вот эта кнопка PSAs выбираем не вот это, нет, выбираем и не вот это, потому что так смотреть тоже плохо, кстати, потому что тоже выгорание неравномерное и просто как бы 43-я диагональ, а с такой картинкой получается, допустим, 37. Значит, выбираем широкий авто, заходим в меню, изображение. Вот такой пункт, настройки экрана. Вот у нас размер изображения, мы его кнопкой уже настроили. И видим вот такой вот пунктик. Размер экрана 4 на 3. У нас есть увеличенный, у нас есть 4 на 3, у нас есть слабое увеличение, вот этот широк увел. Есть 16 на 9. Эти все режимы показываются абсолютно так же, как я вам показал ранее. В общем, ставим увеличенный. И смотрим, что у нас получилось. Так, широкий авто, 4 на 3 канал. Пропорции правильные, часть логотипа срезана. 16 на 9 канал, все на местах, ничего не растянутое. 4 на 3 канал. Все ок. Часть логотипа тоже срезана. Опять 4 на 3. И здесь у нас надо обратно выбрать широкий авто, потому что на Samsung для цифрового и аналогового вещания настройка раздельная. Вот я выбрал широкий авто, и видите, рутовое на месте. Лица нормальные. Вот. В этом и была вся суть данного видео. Показать вам, как настроить ваши Samsung на правильное отображение и тех каналов. В общем, вот так вот. Данная инструкция применяется ко всем Samsung. Опять же, еще раз повторяю, таким, к более старым, к Smart TV Samsung также. Я не знаю, как с другими фирмами. На Philips, кстати, я пробовал, искал, там, короче, на Philips так точно не прокатывает. Там можно либо 16 на 9, либо 4 на 3, либо увеличение. Там нельзя вот так вот сделать, через, как я меню показал. В LG не знаю, Panasonic не знаю. Всякие Fusion, Шиваки, Mystery, Hyundai даже не рассматриваются, они просто не умеют, даже увеличение в 2К17, да они даже половина даже цифрового тюнера не имеют, в общем-то. В общем, такая вот инструкция, всем спасибо за просмотр, опять же, не обращая внимания на полосы, суть была не показать вам абсолютно исправную матрицу, а показать то, как настроить данный телевизор. Всем спасибо за просмотр и всем пока.